Накануне утром на трассе Курган-Екатеринбург произошло ДТП. Сначала около 7 утра водитель фуры, двигавшийся из Кургана, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в глубокий кювет. На дороге остался торчать полуприцеп фуры. По неизвестным причинам шофер большегруза не выставил знаки аварийной остановки. В полной темноте такой сюрприз слишком поздно заметила десятка с молодыми людьми из Каргополья. Передняя часть легковушки полностью вошла под полуприцеп грузовика. К счастью, скорость автомобиля была не слишком высокой на скользкой трассе, поэтому обошлось без жертв и ранений. В обстоятельствах аварии теперь разбираются сотрудники ГИБДД.